Всем привет! Я Михаил Авдеев. 15 лет занимаюсь бизнесом, запуском различных проектов в области строительства, консалтинга и предоставлением финансовых услуг. Под моим управлением инвестиционно-строительная компания «Развитие» реализовала на территории Российской Федерации объекты объемом более 200 тысяч квадратных метров. Я являюсь бенефициаром эстонского холдинга «Купрум Групп» и акционером строительной индустриальной компании. Основным активом нашего предприятия является действующая лицензия на право пользования недрами. Также земельный участок площадью 154 квадратных километра. Я считаю наш проект привлекательным, так как это проект из реального сектора. Наш Купрум токен обеспечен реальным активом, который пользуется спросом во всем мире. Это медь высшей пробы. Планируемый объем производства на нашем предприятии составляет 3000 тонн медной руды в год. При стоимости меди на лондонской бирже цветных металлов 6800 долларов за тонну предполагаемый объем прибыли на предприятии составит более 20 миллионов долларов в год. Я считаю наш проект инвестиционно привлекательным.